Доброе утро. Это видео будет коротким, потому что, откровенно говоря, я просто хочу это поесть. Это мой любимый утренний суп. Я надеюсь, он понравится вам тоже. Вот такой вот. Вот количество говядины в нем. Количество салата. Есть его. Ну, можно выдавить немножко лайма, можно добавить лохмам острый. Видите, вот рыбный соус с перцем чили. Вот, вот эта штука, это не аджика, это термоядерная штука. Вот, это место, где завтракают сами вьетнамцы. Одно, оно, как бы сказать, 42-й дом по улице Бьетхи, недалеко от училища летчиков. Вот такая вот вывеска. Работают они до 8, до половины 9. Дальше все закрывается, моется, чистится и так далее. Вот, суп не просто качественный, суп очень качественный, чтобы кто бы ни говорил. Но сюда сами вьетнамцы за несколько кварталов приезжают. А вам советую дойти хотя бы один раз.